самый экстремальный. Вот поехали на банане кататься. Догнал дождик Николаевку. Прям льет и льет. И мы заходим вот в такой вот номер. А туда сверху можно прыгнуть? Как думаешь? Вот такая вот здесь интересная атмосфера. Дома, дома, дома. Море тут метров 200-300. Ну такой вид Испания какая-то, да? Продаются полностью экскурсии во все направления Крыма. Людей с пляжа. Так пасмурно, вот как осень такая. Фига себе. Офигеть. Что, ты не успевают? Самая погода для моря, вот то, что надо. Можно выйти и купаться. Полосами идет дождь. Поселение. Бригантина. Ну, территория прикольная здесь, кстати. Да, здесь вот вперед. Вот так вот, если ляма, вот здесь, там уже море. Вот следующий поворот быстрее. Там море тут вообще. Да. Самая проблема, где попозже. Здесь налево? Да. Так, мы в Бригантине. Сейчас я узнаю, сколько стоит у нас проживание в Бригантине. Номер покажу. Почем у вас двухместный номер? Двухместный номер на сегодняшний день у нас 2200. 2200, ага. Да. Это без питания. Это без питания. Угу. Четырехместный 2800. И есть у нас двухкомнатный пятиместный 4000. Двухкомнатный пятиместный 4000. А посмотреть можно будет только какой? Сейчас видим двухместный с дополнительным местом. Угу. Который за 2200. Да, он у нас 2200, но если еще один человек присутствует там, дополнительно еще 200 рублей. Все, понял. Давайте посмотрим. А питание у вас есть отдельно на территории? У нас нет на территории. Тут есть кафешки, здесь, да? Да, здесь рядом есть кафешки, столовые. Угу. Буквально здесь одни районы. А до моря у вас тут буквально там что-то метров 200-300? Да. Это так? Да. То есть в середине скифа находимся. Угу. От ворот, вот мы... Скиф это, в общем, комплекс большой, да, а тут у каждого своя гостиница. Да. Угу. Я понял. Так, в инстаграме вот Бригантина. Да. Можно Бригантина. Штрих-код посмотреть. Да. Или... Это ваш? Это ваш, да? Да. Планчики. Все положено. Вот такая красивая здесь лесенка. Вокруг такой прям городок-городок, у всех свои бассейны. Третий этаж, 34-й. Так, смотрим, что тут у нас в номере свободно. Па-пам, ребят, вот тут вот в холле холодильник есть с пальмами. Тут, в общем, три номера получается. И мы заходим вот в такой вот номер. Вот он такой вот есть. Это у нас цена 2200 плюс доп. Место 200 рублей. Ванна, туалет. Точнее не ванна, а душевая.
все тут есть. Вешалки, шкафы, сейф. Да, кстати, сейф. Одеяло, полотенце, разносы, посуда, кровати, телевизор. Телевизор простой, кондиционер. Кондиционер, даже холодный, и электрочайник еще есть. И вот так вот выход как бы на веранду отдельный из номера. Бам, и вы вышли. Вот, сейчас будет. Сейчас все-таки в Николаевке тоже будет дождик. Тебе не кажется? Сейчас пойдет, да, сейчас по-любому пойдет, дождь. Да. Ну что ты, сейчас купаться будешь сейчас. Викуся, ты че? А ну-ка расслабься. А ну-ка улыбайся. Смотри, какая красивая погода. Вон, небо черное. А ты плакай. Красота. Да, еще есть вот такая тут вешалка, если что, вдруг. Для полотенец. А, тут еще задний двор. А где он? С той стороны. А ну тут мы не увидим, надо обходить, да? Это аж снизу. А тут сверху можно прыгнуть, как нет, думаешь? Дома. Дима. Я один раз пытался. Ты рисковал? Да. Не, я думаю, не стоит. Не, я со второго этажа прыгал. Что ты говоришь, зайка? Там другой бассейн. Там другой бассейн, да, там он еще один есть. Ну, хорошая территория, что, прикольно, мне нравится. Интересная атмосфера. Дома, 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 море тут метров 200-300. Ну, такой вид, как вот какая-то такая. Испания какая-то, коттеджный, да? Коттеджный поселок. Вокруг одни крыши. Крыши – это комплекс скиф. И на этой территории скифа находится вот у каждого свое строение. Владельцы тут как бы все разные. Вот так вот. Ладно, Димон, все, хорошего вам отдыха. Кайфуйте. Давай. Да, вокруг везде буквально у всех бассейны свои отдельные. Тут есть мангальная зона, можно приготовить, покурить здесь. О, пошел дождь. В общем, если вам понравилось, можете посмотреть в Инстаграме, я не знаю, на сайте, как это все выглядит. Так, посмотрите, здесь как бассейн, кстати, глубокий, полный рост, реально полный рост. Шел дождик, что-то мочит. Догнал дождик Николаевку. Все разбежались, смотри, никого нет. Море. Посмотрим, как там. Ну, прям льет. Вышел посмотреть на море, пока тут все разбегаются с этого комплекса ски. Кстати, смотрите, какой серебристый лук красивый растет. Льет дождик, ну уж извините немножко, так подмокну я с вами. Вот так выглядит сейчас в скифе Николаевка. Человек какой загорелый стоит. Так, тут шатер, ничего не видно. Небо затянуло, все мокро, все убегают. Все просто разбегаются с моря, бегут быстрее. Кто-то остался, купается. Но основная масса людей, конечно, все сбежали по номерам. Вот такая погода сегодня в Крыму, ребята. Так что смотрите, сегодня 10 августа, Николаевка. Вот обед сейчас. Все сбежали, дождик разогнал всех. Все либо под козырьками, либо где-то еще под навесами. Вот так выглядит Николаевка сегодня. Все просто бегут с моря, бегут с пляжа. Погода реально испортилась, прям дует таким прохладным воздухом. Небо, посмотрите, какое, сейчас камеру прокрутим, секунду. Оп, нормально. Посмотрите, какое черное небо, прям дует каким-то таким, я не знаю, апокалипсисом со стороны.
Так, ну мы поедем сейчас дальше, еще посмотрим. Вода теплая явно, люди вон вылазят, не хотят, стоят на одном месте, просто купаются, балдеют. И очередь по душу, в душевую. Но, кстати, самые экстремальные, вот поехали на банане кататься. Видимо, под дождем есть прикол. Но я думаю, опасно, если молния шибанет вот в этот вот скутер, будет, конечно, нехорошо. Я думаю, так. А это вообще возможно в море. Очистка кожи, да? Да. Так, прайс-лист. Очистка кожи. 5 минут 250. И как вообще этот эффект помогает? Ну, конечно, обязательно. Просто как не делается. В общем, чем больше минут, тем дешевле получается, да? Естественно. Понятно. И сколько нужно сеансов пройти, чтобы прям вот было прям в кайф? Ну, кайф вы можете получить даже с первой процедуры. А, да даже так, да? Да. Классно. У вас еще крема тут продаются. Все классно, все как положено. Ясно, спасибо. Обязательно. Тут даже есть, смотрите, какие. Так, мороженое 60-80. Хорошие нормальные цены. Адекватные вполне, кстати. Тут и вода, и всякие нужные, необходимые всякие вещи. Водичка есть и питьевая, и газированная. И для детей все подряд. Так что здесь вот в этом комплексе, смотрите, все удобно, все красиво, все комфортно. Ой, тут просто везде, куда ни зайди, везде какие-то бассейны отдельные. Можно ходить, бродить, смотрите. Еще тут какая-то территория клевая. Вот такой белый медведь здесь находится. Шикарный бассейн, кстати. Тут и кафешка, детские площадки. Надо сюда поехать с более детальным обзором, посмотреть, походите. Массаж, хамам, чего тут только нет. Кому нужен хамам, телефон, Елену зовут. Опа. Все такое вот интересное. Так, по сторонам, конечно, сейчас еще покажу немножко, что тут есть. Есть тут много чего интересного. В этом комплексе скиф даже вон продаются полностью экскурсии во все направления Крыма. Даже вещи продаются здесь. Круги и все остальное, все это тоже присутствует. Все отели разные, разнотипные совершенно, нет одинаковых, нет даже, по-моему, похожих. Они все какие-то на свой лад. Вот опять экскурсии. Замечаем. Дождик всех напугал, все разбежались. Тут есть, смотрите, такие здоровые столовые, огромные, вон целая линия. Свободные номера Николь. Кому надо телефончик, адресочек. Бип-бип, девочка. Детский нейропсихолог. Вообще. Вот такие вот деревья. Лопухами растут в Сочи везде. Оказывается, здесь тоже растут. Тут прям огромные гостиницы попадаются. Апельсин. Ничего себе, с лепкой потолки даже. Красиво. Воинам-труженикам памятник. Автомобилистам. Нам труженикам автомобилистам. В общем, это мне. Я автомобилист. Заезжали сюда головой. Уезжаем, идет.
Ну что, это была Николаевка. Вот такая дождливая погода сегодня в Крыму. Всем, кто смотрел, спасибо за просмотры. Всем пока, удачи.